Осторожно! Матерные слова. Как же без них? Никак. Тут же состояние людей. Все дела 3 рубля. Меня интересовали такие места, как кладбище. Что ты ждешь от сегодняшней акции? Ничего. Серьезно. Альбом года, группа года. Представь себе, если открыть эту гребаную... Вас слышно хуёво. При том, что мастерами накручено до хуя. А вас все равно хуёво слышно. У нас даже так, что, знаешь, если там, типа, перекроешь остальных, блин, они потом тебя перекроют. Где-нибудь в подвале, в дороге поймают, да перекроют. Образ жизни... Нас тоже нормально. С каким настроением возвращаетесь на сцену? С обычным. На свой концерт. Нормально. Пока немножко... Пошла в пизду, блядь! Я бы сказал бы, какой крик. А скажи. Группа Демо, солнышко. Что они любят, чего они не любят, и от чего их просто тошнит. Да, горшок. Кто у нас остался главный? Скажи. Сейчас мы будем говорить о ваших клипах. Так, а там он был этим... Какой же дух, Марик, ты? Да. Сержант. Да, сержант. Сержант. Душара ты бы. Что, офигел, что ли, сержант? Ты забывай, душара, вы чего? Нашу русскую, ну. В общем-то, okay. Сюжеты, в принципе, мы изобретаем. Это может... Нет, ой, играет, господи. Нет, я согласна. Ничего, ничего, что я тут сижу. Да. Бог с ними, со страшными котиками. Как вообще? Прекрасной водички. Просто я уже не могу. Он уже не может пить ртом, он уже пьет глазами. Твои глазами. Пить ртом, он уже пьет глазами. Наконец-то, если подростки задумаются, то я скажу. Скажу. Усталости гастрольной. Это не усталости. А что это? Просто я не спал. Бзик, что ли? Да понятно, понятно. Ну давайте посмотрим, что здесь. Мне все равно кайфово. Блять, забыл. Я охуел. То есть, мои башки-то не ложились. Блять, их надо убивать. Изначально. А чем была известна и знаменита Екатерина, которая вторая? Проститутка. Мне слишком тесно в затырке. Просто работать. Мне слишком тесно. Держи. Все, готовы? Мальчик. Я влагалище. Честно, что как я достоинство уважаю, и я сейчас хочу его почитать, блядь. А я не уважаю, блядь. А ты не уважаешь, я тебе говорю, что твое мнение субъективное. Ненавижу достоинство, понял, блядь? А ты, то есть, его не читал никогда, понял, блядь? А я читал всего его, понял, блядь? А что ты уважаешь? Ты не читал вообще, ты вообще их не читаешь, блядь. Ну, кое-что почитал. Орете друг на друга, как старый супруг. Попробуй обе и реши, на чьей стороне ты. Эй, добро пожаловать в душ. Чё бы нет-то, лет на дворе, жара кругом, все ходят потные, вонючие. Мы тебя поздравляем! Конечно! Ой, совсем хорошо! Со свадьбы поздравляем! Это прежде всего! Давай, все, смотри, раз, давай. Конец.